18 декабря 1943 года. 910-й день войны. Сегодня наши войска продолжили наступление на Кировоградском направлении. Первый украинский фронт наращивает наступление на реке Ирше в районе города Малин. Немецкие войска несут большие потери в живой силе и технике. Американские бомбардировщики совершили налет на Бремен. Во время налета было уничтожено 40 вражеских истребителей. Первый Прибалтийский фронт. Немецкая 3-я танковая армия своим левым флангом по-прежнему отступает к Витебску, неуклонно преследуемая частями нашей 11-й гвардейской армии. Франция. Фельдмаршал Роммель прибыл в Фонтенбло под Парижем. Теперь здесь находится его штаб. Фельдмаршалу поручена оборона побережья Па-де-Кале и устья Соммы от возможного вторжения англо-американских войск. Маршал Жуков продолжает свою работу в штабах 38-й армии и 3-й гвардейской танковой армии. Он подготавливает их наступление на Житомир и Бердичев. Швейцарская газета «Arbeiter Zeitung» описывает положение иностранных рабочих в Германии. Иностранные рабочие размещаются в холодных бараках, которые находятся под постоянным полицейским наблюдением. В каждом бараке вывешены полицейские правила, нарушение которых жестоко карается. Каторжные работы, которые приходится выполнять, приводят к истощению людей, но немцы не считаются ни с чем.